10-й юбилейный фестиваль литературного объединения «Орбита-1» был посвящен Дню Победы, а также Дню славянской письменности и культуры, который отмечается 24 мая. Главная задача – объединить людей разных народов в любви к творчеству и поэзии. Поэзия не знает границ, а идет от сердца к сердцу. Литературное объединение существует уже 43-й год. Его бессменный руководитель – поэт Владислав Фатьянов. Мне Союз писателей поручил примерно в это время, когда я только вступил в Союз писателей. И с тех пор мы все время работаем вместе, в разных местах, конечно, были, сейчас здесь. Настоящее мастерство поэта – не сказать что-либо напрямую плакатными лозунгами, а лишь намекнуть, дать направление словом или строчкой. А сам образ нарисует воображение слушателя. Я сюда прихожу, потому что люди, которые здесь собираются, они умеют вовлечь меня вот в этот процесс сотворчества, понимаете, когда, то есть они настолько владеют словом, что я им верю, что моя душа открывается, и я рисую вот эти картины вслед за ними. На фестивале прозвучали стихи Елены Царевой-Блохиной, посвященные победе наших солдат в Великой Отечественной войне. Склонюсь я над каждым цветочком в поклоне. Не знаю я, кто под тобой захоронен, но ты мой цветок в карауле почетном. Победа бессмертна, потери бесчетны. Поэт Елизавета Баранова приехала на фестиваль из Тулы. Пишет стихи она с самого раннего детства. Ее творчество посвящено пейзажной и философской лирике. Написание стихотворения идет от души, и если это требует душа, то тематика приходит сама, ничего извне я не беру, это все внутреннее состояние. Автор-исполнитель Станислав Пак выступил с песней на стихи Владислава Фатьянова «Запомни меня молодым». Сами поэты говорят, что подобные фестивали полезны для обмена опытом, а также помогают найти новые темы для творчества. Дмитрий Книга и Адами Анастасия Нурхонова. Видное ТВ.